делаем глаза шарами. Для того, чтобы человек хорошо видел, надо, чтобы глаз имел форму шара. Тогда луч света, проходя через центр этого шара, будет попадать на сетчатку и изображение будет строиться правильно в соответствии с тем сигналом, который поступил извне глаза. Если же глаз имеет форму вытянутую вперед, как у близорукого, тогда изображение будет строиться перед сетчаткой, человек будет видеть очень расплывчато. Если же глаз сплюснут, как блин, что соответствует гиперметропии, то есть простонародье дальнозоркости, тогда изображение будет строиться со сетчаткой. И человек будет тоже плохо видеть. Итак, наша задача сделать глаз шаром. Есть два способа механических. Мякоть в ладони. Надавливаем на ту часть глаза, которая достижима для ладони. И таким образом близорукий глаз на время становится шарообразным. Потом, конечно, мышцы заставляют его снова принять неправильную форму. Но если вы настойчивы и понимаете, в чем суть зрения, вы будете делать это упражнение часто. А для того, чтобы усилить эффект, надо делать это упражнение в ритме полного дыхания в ногах и в ритме сердца. Я вам сейчас покажу. Второе упражнение – это китайский массаж, который я научился делать по видео Александра Медведева. Он учился в Китае и передал нам эти знания на русском языке. Можете найти эти видео в интернете на YouTube. Там надо по краям глаза найти точки, угорки, которые, кстати, описаны у меня в моей книге «Алгоритм гормона». Ссылка на нее есть в описании видео. Раз, два, три, четыре, еще тут я пятую точку сам добавил. То есть нужно вращать. Нажимаем на эти бугорки, 4 оборота в одну сторону, 4 оборота в другую. Причем при вдохе я вращаю, начиная сверху вниз, а при выдохе снизу вверх, в обратную сторону. Таким образом вы дополнительно с боков давите на глазное яблоко и делаете его шар. А сейчас я полностью сделаю эти два упражнения с помощью ладони и с помощью большого пальца и указательного. Большой палец работает на трех точках. Ниже к носу. Указательный вот здесь. Огород небольшой. И снова большой палец. Сверху. Вот здесь. Ближе к углу. Подавил немножко, зрение сразу лучше. Я включаю ритм сердца и буду петь мантру вот такую. Thank you.
не прошло всего 2 минуты, наверное, даже меньше, но состояние эйфории и улучшение зрения на лицо. Вот такие упражнения нужно проводить как можно чаще, особенно если вы работаете на компьютере или читаете книгу. И, пожалуйста, сделайте свое освещение на рабочем месте максимально эффективно. Не бойтесь света. Свет исцеляет сетчатку. Почаще расслабляйте глаза. Утром просыпаясь, делайте такой массаж, чтобы наладить свое зрение. Посмотрите на солнце каждым глазом отдельно. У меня есть вот такой бинокль. Здесь отверстие диаметром 11 мм. А здесь без крышки. Две баночки активии. Расстояние равно расстоянию между осями глаз. И, глядя на солнце, вы видите два диска каждым глазом отдельно. Потому что вот этот вот промежуток разделяет ваше зрение. Есть видео. Бинокль Палыги Тутуба называется. Там все размеры. Такая баночка. Все есть. Как сделать? Солнце, оно позволяет направить лучи прямо на маковую сетчатку. Но лучи должны идти параллельно. Для этого надо зрение расслабить, чтобы мышцы глаза были расслаблены. И пытаться научиться смотреть на Бога. С вами был Николай Палыга. Подписывайтесь на YouTube и на моей странице Палыга Николай в Яндекс.Дзене.